Серия рекордов установлена на фестивале силовых видов спорта «Сибирские игры». Сильнейшие атлеты Омской области состязались на площадке у манежа «Красная звезда». Настоящие сильные сибиряки, они здесь. Здесь все. Все, кто любит спорт, все, кто делает спорт интересным, красивым, зрелищным. Я очень благодарен Михаилу Шевлякову и его команде. Очень благодарен Антону Анасенко, его друзьям, нашим деревякам, армрестлерам. Здесь вижу всех наших ребят, которые куют славу наших видов спорта, именно силовых, именно сибирских. Омские стронгмены установили 3 рекорда за несколько минут. Известный омский атлет, победитель турнира Арнольд Аматеур Стронгмен Волд Чемпионшип Михаил Шевляков согнул через голову 14 металлических прутьев диаметром 12 мм за 45 секунд. Это достижение превысило результат, указанный в книге рекордов Гиннесса. Честно говоря, подготовка для нас это не впервой. Да, есть определенные особенности. Всегда мы на своих силовых шоу используем прутья немножко больше длиной на 20 сантиметров, 1,20 м. Метровые, да, создал определенное неудобство, но, опять же, тот опыт спортивный, который я приобрел за свою спортивную карьеру, за 26-летнюю, вот этот выброс адреналина, вот этот заряд энергии, который передался мне от публики, вы сами увидели, мне даже не хватило прутьев. Еще 2 рекорда украсили список российских достижений. Вице-чемпион мира по силовому экстриму Александр Манцеров за 51 секунду разогнул 11 подков, а чемпион страны Юрий Колмаков за 40 секунд разорвал 10 двойных колод карт. Мы готовились к этому всю жизнь, друзья. Дело в том, что я выступаю с 2007 года на соревнованиях высокого уровня. У меня более 100 турниров в активе, и я могу сказать, что к данному рекорду мне готовиться не пришлось. Потому что я просто это умел всегда, и надеюсь, что в следующий раз результат мы будем только улучшать. То же самое я могу сказать и по поводу моих партнеров Александра Манцерова и Михаила Шевлякова. Мы делаем эти рекорды прежде всего для того, чтобы привлечь внимание к массовому спорту, который на сегодняшний день мы пропагандируем на территории Омской области. Свои рекорды установили и омские гиревики. Мужчины состязались со снарядом весом 24 килограмма. Группа спортсменов выполнила на время 306 подъемов, по одному за каждый год с момента основания Омска. Девушки соперничали с гирями 16 килограммов и сделали по 200 рывков в честь юбилея Омской области. В споре мужчин в рывке лучшее время показал Владислав Морозович, в толчке отличился Николай Белый, среди девушек победила Тамрико Цулая. Я посвятил это мечам, нашей земле, то есть нашему долголетию, 306 годам, то есть что мы делали, 306 подъемов. На данный момент тут сколько не сколько подъемов, сколько время значило. То есть работал, больше следил за темпом и на время вырабатываешь. Настрой был отличный, результат тоже отличный. На какой настраивалась, столько и вырвала. Тренируюсь уже 4 года, 4 раза в неделю. Наверное, не пропускать тренировки, и будет результат. Также в рамках фестиваля действовало около десятка площадок с различными силовыми активностями. Личные рекорды могли обновить все желающие.